До самого масштабного молодежного события осталось всего 2 дня. Всероссийская студенческая весна будет проходить на 8 площадках Владивостока. Церемония открытия фестиваля и яркое красочное шоу, которое даст старт российской студенческой весне, пройдут вечером 15 мая на стадионе кампуса ДВФУ. Хедлайнером события станет рок-группа «Мумий-тролль». На площадках ДВФУ будут организованы конкурсные просмотры музыкального, танцевального, театрального и журналистского направлений. Закрытие российской студенческой весны пройдет 19 мая в 18:00 в концертно-спортивном комплексе «Фетисов-Арена». Красочный гала-концерт «Победитель фестиваля» соберет около 6000 зрителей. В настоящий момент мы ведем очень плотную подготовку. Это одно из самых достаточно таких сложных направлений. Именно поэтому, да, я думаю, что в Театре оперы и балета проводятся региональные программы, потому что площадка соответствует тем запросам, которые нужны. Мы увидим результаты, когда фестиваль подойдет к концу, поэтому не переживать, улыбаться, получать удовольствие от процесса, знакомиться с новыми лицами и оставлять в Владивостоке только лучшие воспоминания. Подготовка подходит очень активно. Сейчас мы занимаемся непосредственно ее украшением площадки, подготовкой, вообще полностью всего театра. Очень радует и греет душу то, что наша страна такая большая, и вот настолько все дружно это и массово проходят такие вот мероприятия, как Всероссийская студенческая весна. Кампусные площадки, ну, у нас уже готовы на 80%. В принципе, мы 15 числа и 16 в день конкурсного просмотра готовы уже принять всех участников с открытыми дверями, и все у нас будет готово, мы рады их видеть. Все участники делегации у нас будут питаться в столовых на кампусе. И если они будут репетировать в городе на площадках, то они будут питаться в кафе в городе. На открытие участников фестиваля, к сожалению, никакого большого фуршета не ждет, однако он у нас будет на закрытии после церемонии награждения. Я представляю делегацию Ямал-Ненецкого автономного округа. Сам я родом и вырос в городе Салехард. Это единственный в мире город на полярном круге. Это 3-я студенческая весна всероссийская в моей жизни. И я жду от нее, как всегда, нового общения, знакомства, обмена опытом, хорошего, конечно, настроения. Приехали, мы питаемся космической энергией, и поэтому нас очень хорошо приняли здесь. Наши кураторы нас накормили бутербродиками, они очень о нас беспокоятся. Поэтому очень все хорошо, мы полны энергии. Спасибо вам большое. Только, конечно, съесть охота очень сильно и спать. Но мы спать не хотим, есть уже. Но перекусили бы и выспаться. Площадки завершают свою подготовку и уже совсем скоро распахнут свои двери. А мы с нетерпением ждем старт студенческой весны 2015.